Здравствуйте! Сегодня мы с вами говорим о правильном ударении. Типичные орфоэпические ошибки в словах, которые вы видите на экране. Петелька, завидно, закупорить, откупорить, принудить, дешевизна, дороговизна, заржавить и мизерный. Запомните, пожалуйста, правильную постановку ударения в этих словах. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими, писал Александр Сергеевич Пушкин. Говорите на русском правильно, наш язык этого заслуживает. Удачи вам в делах, будьте грамотны.